Рассказываю, дорогие мои, привет, привет, дорогие мои. Мы, короче говоря, что? Okay, hello everybody, I'm a musician, I'm, my name is Daniel, this Dimitri, also, like a demon. this yeah. also musician, very beautiful freestyler, and... Finger styler. Вот так вот погасить. Spider-Man, you know? Spider-Man. Это наша новая скандальная видео. Как жаль, что мы его только сейчас увидели. Как жаль, что мы его так поздно доделали. На него справедливо стоит и галтело. Тебе критически нет, не ты орешь по поводу и без. Я уже запилен как винил и не помню, что такое секс. Она сказала, что очень скучает. Он ответил, что тоже. И тут же выпалился, как на духу, с глазами закрытыми лежа, пальцами свободной руки, вцепившись в одеяло нервно. Он повторял: это первый и последний раз, ты знаешь, я верный. А на том конце провода рыдания, всклипы, макияж испорченный и прочие проблемы этого типа. И когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Без тебя мета, ищу тебе словно комета. И даже по пистолета я найду тебя, я найду тебя. Почему же дожди капает по лужам? Я ведь улыбается в лужу. Может, я кому-то нужен? Я целую спину мне. Ты забыла обо мне. Я подумал, что если бы ты стала шоколадкой, но знаешь, такой элегантной, гладкой, возможно, молочной, возможно, внутри с пузырями, возможно, с перцем, передавая привет маме. В общем, мне кажется, мы были бы классной парочкой. Согласна ли ты стать второй моей палочкой? Прячу, да. Грустно привезу ночью. Парно я заночу. С твоим другом не надо, но бой. Есть два типа людей. А ты готова рвать этот мир до костей. И тут на головам не жалея ногтей. И черт оправдан лишь два ситуации. Мы знаем точно, растает лед. Тиши полночной и волга запоет. И рыжею девчонкой теплой ото сна, возявший мир придет весна. Ты мой фруктовый микс, я твой сироп и натин. Я шоколадка твикс, я не хочу быть один. Листики, тычинки, пчелочки и мед. Правильно, когда мужчина женщину ебёт! Ведь роботы не умеют удивляться. Не смеются и не видят снов. Я, программа будет выполняться. А ты да, и без всяких ну. Вот это вот начинается. Что ты такой, чё? Никуда, никуда нельзя укрыться нам. Но откладывать жизнь никак нельзя. Щелкают клавиатуры, мерцают мониторы. Это растут от звуков токсичного мусора горы. И это все по барабану. Я жру бананы, а пока вы делаете вид, что вы не обезьяны. Но вот я себе не вру, не пытаюсь даже. Бросаю на пол кожуру и тут даже гажу. И мы раскрасимся, пишем, дарим ему улыбку. Я в моменте извинить, не пишите, не звонить мне. Давай, выключай свою хуйню. И займемся нормальным делом. Врубай, что ты сидишь, блядь? Давай, скажи пока, ребята, и все. И что ты, я тебя учить надо, что ли?